На микрофинансирование добавили еще 10 миллионов рублей. Речь идет об услуге, которую с марта текущего года начал оказывать Фонд поддержки предпринимательства. Изначально на предоставление микрозаймов из бюджета региона было выделено 6 миллионов рублей. После мониторинга потребностей такого вида поддержки и фактического поступления заявок от предпринимателей региона было решено увеличить бюджет микрофинансирования. Об этом сообщила Ирина Тихомирова, председатель Комитета инвестиций и развития предпринимательства на пресс-конференции Департамента финансов и экономики. Увеличить объем средств на предоставление микрозаймов было решено за счет перераспределения. С 20 до 10 миллионов рублей были сокращены расходы на предоставление госгарантий предпринимателям перед банками-кредиторами. Высвобожденные средства направлены на микрофинансирование. Итого на 2016 год на предоставление микрозаймов у нас предусмотрено 16 миллионов. Учитывая то, что средний размер займа составляет порядка 700 тысяч. Мы надеемся, что данным видом поддержки могут воспользоваться порядка 25 предпринимателей в 2016 году. По словам Ирины Тихомировой, комиссия одобрила уже две заявки на предоставление микрозаймов в сумме 1,5 миллиона рублей. Предприниматели, которые получили одобрение, работают в сферах обрабатывающего производства и охранного предприятия. На рассмотрении находятся еще 4 заявки. Кроме того, в текущем году может увеличиться объем средств на предоставление грантов. По словам Ирины Тихомировой, комиссия одобрила уже 2 заявки на предоставление микрозаймов в сумме 1,5 миллиона рублей. Предприниматели, которые получили одобрение, работают в сферах обрабатывающего производства и охранного предприятия. На рассмотрении находятся еще 4 заявки. Кроме того, в текущем году может увеличиться объем средств на предоставление грантов. Мы подали заявку от администрации Ненецкого автономного округа Министерству экономического развития на софинансирование мероприятий в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, а именно предоставление грантов. Лимит для Ненецкого автономного округа на 2016 год составляет 3 миллиона 8 тысяч. Если эта заявка будет одобрена, на гранты предпринимателям в этом году будет выделено 12 миллионов рублей.